Дорогие братья, некоторых мусульман увлек мир этот. Их увлек этот мир, он ослепил их и обольстил своим украшением. Они забыли о наступлении судного дня, то, что к Аллаху субхану ва тааля наше возвращение. И на их глазах умирали люди, покидая этот мир навсегда. Но чужая смерть не стала для них назиданием. Наоборот, они сами стали назиданием для других. Ведь Аллах субхану тааля в Коране говорит: «Я кауми иннама хазихи л-хаяту д-дунья мата', ва инна л-ахирата хия дару л-карар». «О мой народ, мирская жизнь, дунья, не что иное, как предмет пользования, временное, а последняя жизнь, яум л-кияма, ахира, является обитателью пребывания, вечность». Ибн Мас'уд, радаллаху анху, когда толковал слова Аллаха субхана ва тааля в Коране, где Всевышний Аллах сказал: «Яума тубаддалю л-арду гайра л-ард», то есть в тот день земля будет заменена другой, он сказал, что земля будет заменена другой землей, подобно серебру, и на ней никогда не проливалась запретная кровь, и никто не совершал греха. Также Айша, радаллаху анха, спросила, что мы знаем, что впереди еще ждет одно страшное испытание, это сират, мост. И Айша, радаллаху анха, спросила посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о словах «Яума тубаддалю л-арду гайра л-арди вассамават». В тот день земля будет заменена другой землей, равно как и небеса. И тогда она спросила: «Фаэйна якуну нас хина ид?» Где же будут люди в это время, когда Аллах будет заменять эту землю другой землей и небеса? На что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Каль аля сират», раваху муслим, он сказал, они будут на сирате, на мосте. Аль-Байхаки передает со слов Масрука бин Абдулла в хадисе о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, о том, что будет происходить с людьми во время преодоления сирата. «Каля, саллаллаху алейхи ва саллям, يجمع الله الناس يوم القيامة. Аллах соберет людей в судный день. إلى أن قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر من يعطى نوره في إبهام قدمه. Среди людей будут такие, кому будет дарован свет, подобный горе, который появится перед ним, а некоторым будет дарован свет, который окажется еще больше, а у некоторых будет свет с размером с пальму в правой руке, а у некоторых тоже в правой руке, но что-то еще меньше этого. У последнего же, кому будет дарован свет, он окажется только на большом пальце правой ноги. يضيء مرة ويطفأ أخرى إذا أضاء قدم قدمه وإذا أطفى قام قال فيمرون على الصراط والصراط كحد السيف دحض مزلة ويقال لهم امضوا على قدر نوركم فمنهم من يمر كإنقاض الكوكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كشد الرحل يرمل رملا على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار فيخلصون فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا ما لم يعط أحد. И будет человек вместе с остальными будут проходить по сирату, и сират будет узок, как острые мечи и скользок. И им будет сказано: идите вперед, каждый в соответствии со своим светом. И некоторые из них принесутся по нему, подобно падающей звезде, другие прилетят, подобно ветру, кто-то преодолеет его мгновение ока, кто-то пробежит бегом, кто-то пройдет быстрым шагом, в зависимости от их дел.
И вот дойдет очередь до того человека, у которого свет будет только на пальце ноги. Его руки и ноги будут скользить и срываться, и пламя будет касаться его боков. Все они спасутся, а когда это произойдет, они скажут: «Хвала Аллаху, который спас нас от тебя после того, как показал нам тебя. Поистине Он даровал нам то, чего не даровал никому, кроме нас». Также Абу Хурейра радиаллаху анху передает, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ва турсалю л-амана ур-рахим фатакумани джанабатей сират ямийнан ва шимала фаямурру ауалюкум кальбарк». И будет послана надежность амана и родственные связи, которые встанут по обеим сторонам сирата, и справа, и слева. А потом первый из вас пройдет по нему подобно молнии. «Каль, культу, би аби анта ва умми, айю шейн камарр ль-барк? Каль, алам тарау иля ль-барк, кейфа ямурру ва ярджи' фи тарфихи айн, сумма камарр ль-рих, сумма камарр ль-тайр, ва шадди ль-риджал таджрибихим а'малухум». Абу Хурейра сказал: «Я сказал: достанут мой отец и мать выкупом за тебя, о посланник Аллаха, подобно молнии». Он спросил: «Разве вам не приходилось видеть молнию, как она появляется и исчезает в мгновение ока? Следующие понесутся подобно ветру, следующие подобно птицам, а следующие подобно бегущему человеку, и всех их будут влечь за собой дела их». وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُولُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتَّى تَعْجِزَ أَعْمَالُ الْعِبَادِ حَتَّى يَجِيءَ الرَّجُلُ فَلَا يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلَّا زَحْفًا قَالَ وَفِي حَافَتَيِ الصِّرَاطِ كَلَالِيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ فَمَخْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكْدُوسٌ فِي النَّارِ. Что касается вашего пророка, сказал саллаллаху алейхи ва саллям, то он будет стоять на сирате, повторяя слова: «О Господь, спаси, спаси, саллим, саллим». И так будет продолжаться до тех пор, пока не дойдет очередь до тех рабов Аллаха, у которых было мало благих дел. Тогда придет человек, который сможет передвигаться по сирату только ползком, а по обеим сторонам сирата будут крюки, которым будет велено хватать тех, относительно кого они получат веление. И тот, кого они лишь оцарапают, спасется, а других свалит в кучу, и они окажутся в огне. Руаху муслим. Какой свет будет у нас, мы должны задуматься, дорогие братья. Какой нур будет судный день у нас, прежде тем, как совершить грех какой-то, а слушаться Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. Если совершил грех, поспешить, попросить у Аллаха, субхану тааля, покаяния и задуматься, какой же у меня будет свет в этот день. Аллах в Коране говорит: «Яума тарал муминина валь муминат яс'а нурухум байна айдихим ва би айманихим бушракумул яум джаннатун таджри мин тахтиха л-анхару халидина фиха залика хуа л-фаузу л-азим». В тот день, когда ты увидишь, как перед верующими мужчинами и верующими женщинами и справа от них будет распространяться их свет. «Возрадуйтесь, бушракумул яум». Возрадуйтесь, воскликнет Аллах субхану ва тааля, возрадуйтесь сегодня райскими садами, в которых текут реки, вы пребудете в них вечно. Это и есть великое преуспеяние, сказал Аллах субхану ва тааля. Остерегайтесь, братья, лицемерия. И лицемеры в тот день, они закричат в ужасе, но не получат ответа. Аллах сказал в Коране: وَيَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. В тот день лицемеры, мужчины лицемеры и лицемерки скажут верующим: «Погодите, подождите нас, когда они будут проходить через сират. Мы позаимствуем у вас немного света, возьмем у вас чуть-чуть нур». Им будет сказано: «Возвращайтесь назад и ищите там свет». Между ними будет возведен забор с вратами, с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи – мучение. Также мунафик, лицемер. Он перед людьми он такой правильный, а потом с другими людьми он себя неправильно ведет, лицемерит. «Юнадунахум, алам накум маакум».
قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Они будут взывать к ним: разве мы не были вместе с вами? Они скажут: да, но вы соблазняли самих себя, выжидали, сомневались и обольщались надеждами до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Соблазнитель, шайтан, обманул вас относительно Аллаха. Сегодня ни от вас, ни от верующих не примут выкупа. Вашим пристанищем будет огонь, который более всего подобает вам. Как же скверно это место пребывания, говорит Всевышний Аллах, субхану ва та'аля. Также знаете, что в судный день, иншаллах, в джаннате будет хауз, будет источник пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Инна хаузи абаду мин айлатин мин адан». Поистине расстояние между берегами моего водоема больше, чем расстояние между айлей, между айлей, айля — это город в Иордании, Акаба, и между Адан, между городом в Йемене, то есть между Иорданией и Йеменом, то есть он такой будет шириной большой, этот источник. Также сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Бухари, риваят от Бухари: «Хаузи масирату шахрин ва завая сава». Для того, чтобы добраться до одного берега моего водоема, до одного берега моего водоема, сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, от другого потребуется месяц пути, а ширина его равна длине. То есть как месяц пути, сказал, саллаллаху алейхи ва саллям. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Лахуа ашадду байядан мин ат-тальджи ва ахла мин аль-асаль бил лабани ва ла-ананияту акthару мин ададин нуджум ва инни ла-асудду ан-наса анху кама ясудду ар-раджулу ибалан ибилан нас ан хаузи. Калу я расул Аллах, أتعرفنا يومئذ؟ قال: نعم, لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرة محجلين من أثر الوضوء. Вода его, сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, описывая этот водоем, вода его белее снега и слаще меда с молоком, а сосудов его больше, чем звезд на небе. И поистине я буду отгонять от него людей, подобно тому, как человек отгоняет чужих верблюдов от своего водоема. Люди тогда спросили: о посланник Аллаха, а узнаешь ли ты нас в этот день? То есть не отгонишь ли ты нас? На что, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: да, у вас будет особая примета, которой не будет ни у одного из общин. У вас будут сияющие следы от омовения. Раваху Муслим. «Ла яриданна алей аль-хауд ар-риджалу мимман сахабани, хатта иза раайтухум ва руфи'у илей, ихтулиджу дуни, фалакулан أي ربي أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وفي رواية فأقول سحقا لمن بدل بعدي. К водоему приведут людей в судный день. Из числа моих сподвижников, сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, я увижу их, и они подойдут ко мне, и тогда их схватят и не подпустят ко мне. Я воскликну: о Аллах, мои сподвижники, но мне будет сказано: поистине ты не знаешь, что они делали после тебя. Раваху аль-Бухари ва Муслим. А в другом риваяте сказано, что: и я скажу: прочь те, кто изменил свои религии после меня. И также знайте, что каждый также в судный день увидит джаханнам, увидит огонь. Аллах в Коране сказал в сурате Марьям: «Ва им минкум илля варидуха, кана аля раббика хатмам макдия». Каждый из вас подойдет к нему. Таково окончательное решение твоего Господа. ثُمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Потом мы спасем богобоязненных, а несправедливых оставим там стоять на коленях, говорит Всевышний Аллах, субхану ва та'аля. И хотелось бы, дорогие братья, закончить эту проповедь с напоминанием хадиса пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И вот каждый из людей увидит джаханнам, увидит ад. И переводится, что Абдулла бин Раваха кана йадау расаху аля рукбати зауджати фаябки. То есть Абдулла бин Раваха клал голову
на колени своей супруги и плакал. И она ему говорила: «Она юбкик, почему ты плачешь?» Он что сказал? Я вспоминаю слова: «Минкум илля варидуха», каждый из вас подойдет к нему, то есть увидит огонь. И боюсь, прошу Аллаха, чтобы он спас меня от этого. Эта мирская жизнь обманчивая. Каждый день шайтан делает нашептанный вась-вася. Человек сбивается, бывает, с пути. Но здесь, альхамдулилля, должен знать, что альхамдулилля, то, что Аллах нам дал глаза, дал нам разум, вселил нам души. Самая большая милость – то, что сделал нас мусульманами. На умми, на сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И пусть это будет для меня и для нас такое некое напоминание, как от Абу Саида Абу Хурейра передают, и Абу Саид Абу Хурейра передают, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Фаялькал абд, фаякул, ай фуль, алам укримук». «Алам укримк, ва усавидк, ва узавиджк, усахиру лакал хайла вал ибила, ва удрик тарасу ва тарба'». «Кал фаякулу бала, я Раб». «Кал фаякулу азананта иннака мулакия». «Фаякул ла». «Фаякулу инни льяума ансак кама наситани». «Сумма ялка ثани фаякул». أي فل فذكر في السؤال والجواب مثل الأول ثم يلقى الثالث فيقول مثل ذلك فيقول آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت فيقال الآن نبعث شاهدنا عليك فتفكر في نفسه من الذي يشهد عليه فيختم على فيه ويقال لفاخذه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله ما كان ذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي سخط الله عليه. Встретит раб Аллаха в судный день. И Аллах скажет ему: «О такой-то, такой-то, разве я не почтил тебя? Не возвысил ли я тебя? Не даровал ли тебе супругу? Разве я не подчинил тебе верблюдов и лошадей? Разве я не предоставил тебе возможность властвовать и наслаждаться жизнью?» Он ответит: «Да, Господь мой, все это так». Аллах скажет: «Думал ли ты, что встретишься со мной? Вспоминал ли ты о встрече со мной при жизни?» Он ответит: «Нет». Тогда Аллах скажет ему: «Я забыл тебя, подобно тому, как ты забыл меня». Потом Аллах встретит другого человека, и он скажет ему то же самое, и также с третьим. И он скажет: «Я уверовал в тебя, в твою книгу, в твоего посланника. Я совершал молитвы, постился, раздавал милостыню». Тогда Аллах скажет: «Может, нам послушать нашего свидетеля против тебя?» На что он подумает, скажет: «Кто же может быть свидетелем против меня?» Тогда Аллах, субхану ва тааля, запечатает его уста и скажет бедру его. Его бедру скажет: «Говори», и заговорит бедро его, и плоть его, и кости его, рассказывая обо всех деяниях его. То есть сам он будет свидетельствовать против себя. И это есть лицемер, и он тот, на кого падет гнев Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, раваху муслим. Просим, чтобы наши все дела были искренны ради довольствия Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Когда мы более проникнем, познаем могущество Аллаха, величие Аллаха, субхану ва тааля, то, что он нам дает каждый день, альхамдулиллях. Сегодня мы проснулись, смогли поклониться Аллаху, субхану ва тааля. Поклоняемся Всевышнему одному, не поклоняемся идолам, не поклоняемся кому-то помимо Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Это великая милость. За это он должен, каждый из нас, держаться за это. Крепко держаться за это, дорогие братья. Не размениваться, не вот на какие-то нашептывания шайтана, не обманывать самих себя, не обманываться, иншаллах. И чтобы Аллах, субхану ва тааля, дал нам возможность, как если мы ослушаемся его, быстро возвращаться к нему, чтобы Аллах простил нас. Я нафс кад азиф ар-рахил ва даллаки аль-хатбу аль-джалил фатаахаби я нафс ла яльаб бики аль-амалу ат-тавил ва ла танзилан наби